Рейд-автобус направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. За работой сотрудников Люберецкой госавтоинспекции наблюдала съемочная группа нашего телеканала. Отделение технического надзора, штаб полиции, Борис, документик ваш, будьте добры. Место рейда – площадка у метро «Котельники». Отсюда автобусы ездят в Зарайск, Лыткарино, Егорьевск и другие города Подмосковья. Часть маршрутов обслуживает люберецкий филиал Мострансавто. В рамках профилактического мероприятия «Автобус» нами проверяются пассажиры-перевозчики, транспортные средства на предмет наличия неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Также проверяется режим труда и отдыха, наличие документации. Дмитрий Крупинкин предоставляет удостоверение, свидетельство о регистрации, путевой лист, полис ОСАГО, данные тахографа. Водитель совершает рейсы по маршруту 348, связывает метро «Котельники» и «Лыткарино». Нужны, важны, честно скажу, потому что хлама много ездит. Вот эта машина 2020 года, вот аварийная ситуация была, страховой случай, вот до сих пор ждут дверь. Не дверь, а стекло одно. Нужны рейды, нужны. Тормоза должны быть исправны, рулевой должен быть исправны, климат хорош. Рейд-автобус проходит постоянно, инспекция выборочная. Сотрудники 6-го батальона ДПС приступают к проверке транспортных средств с утра. В первую очередь этот рейд направлен на профилактику предупреждения. Учреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров, автобусов и маршрутных транспортных средств. Изучив документы, инспектор проверяет работу габаритных огней, осматривает покрышки. Степень износа шин не должна превышать допустимую норму. Тем временем в автобусах работа еще продолжается, но уже с пассажирами. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Люберецкая госавтоинспекция приветствует вас. У нас проводится профилактическое мероприятие, называется «Автобус». Значит, призываем вас соблюдать правила дорожного движения. Находясь в общественном транспорте, нужно пристегиваться ремнями безопасности и держаться за поручни. Всем пассажирам инспектор вручает памятку с правилами. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.